нашим подписчикам уже известны вот эти две модели. Они у нас были такие, вот такой очень красивый синий цвет и кеды в белоснежном цвете. Девочки, вот их очень мало размеров осталось, наличие размеров узнавайте. Сейчас мы на них получили повтор вот в таком красивом бежевом цвете молочный. То есть, смотрите, да, для сравнения, вот он белый цвет, вот на мне он молочный. По материалу, по колодке осталось все то же самое. Натуральная кожа снаружи, натуральная кожа идет внутри, съемная стелька, стелька с массажным идет эффектом. И самое, что девочкам здесь очень нравится, это замочек сбоку. То есть замок здесь идет рабочий, шнуровку один раз отрегулировали, и все абсолютно. По периметру сетка, она дышащая, сквозная, поэтому ножки здесь будут легко и комфортно. Сами по себе они легкие, легкие, вообще практически невесомые. Хорошая подошва, она мягкая, гнется, прям податливая. На мне 39 размер, это мой размер, нога худая, бесподъемная. Смотрите, в принципе, они мне сели, то есть вот здесь я их сильно не затягивала. Вот здесь у меня чуть-чуть свобода есть, но оно как бы мне это не мешает абсолютно. Но также вот эти кеды хорошо садятся на стандартную, на ножку с увеличенной полнотой за счет как раз вот этой шнуровки, за счет мягкости кожи. Если есть косточка, также она четко сюда сядет. Прям такая хорошая, чистая, лаконичная классика на лето, на позднюю весну. Самое оно. Цена на них не изменилась. 4900, размерная сетка с 36 по 41. Модель не маломерит, идет четко размер в размер. Они классные. Вот девчонки, кто уже брали другие расцветки, многие спрашивали. Девчонки привезли их вот в таком бежевом цвете. Звоните, пишите, мы рядом.